Во Владимирской области за сутки 186 человек заразились коронавирусом, на 14 больше, чем в последний рабочий день предыдущей недели. С прошлого вторника суточная прибавка идет в гору. Последний раз 186 зараженных за сутки фиксировалось 23 августа. Согласно прогнозу Минздрава, Владимирскую область накрывает четвертая ковидная волна. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания в нашем регионе теперь 53 647. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир, 62 заболевших за сутки. Вчера прибавка составляла 60. Всего с начала пандемии в областном центре уже 12 549 зараженных. Летальных исходов 4, на 5 меньше, чем накануне. Общее количество погибших от новой заразы уже 1952. И число выздоровевших неделю меньше числа заболевших. Сегодня 116 против 186. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 49 313.